Покупай на Алиэкспресс самые точные копии часы Casio G-Shock, разные модели, цветовые решения, выбор большой. Ссылка будет в описании. Друзья, всем привет! Очередная посылка с сайта AliExpress дошла за месяц, оценена $3.75, 120 грамм. Здесь находятся ножницы, так как я по заказу пробил. Ну, давайте посмотрим. Все вам сейчас покажем. Вот такие вот ножницы у нас. Так, вот пакет еще был. Что это за ножницы? Значит, ножницы тут что-то грязные. Вот. Можно посмотреть. Берете лук и вот так вот порезали его. И все быстро, у вас все красиво. Ссылка будет в описании. Переходите, покупайте и смотрите. Хорошая, прикольная, нужная вещь на кухне. Я думаю, многим пригодится. Вот такие вот ножницы. Сколько здесь? 5 штук. 5 ножниц в одном. Ну и, конечно же, сейчас я вам покажу нарезочку, как все-таки ими резать. Итак, смотрим. Итак, друзья, лука я зеленого не нашел, нашел петрушку. И давайте посмотрим, как эти ножницы будут справляться с петрушкой. Ну, все просто, берем вот так вот. И что мы видим? У нас оно здесь застряет. Теперь вот так разъединяем. И все равно у нас застряет. Ну, давайте попробуем дальше, что будет происходить. Вот так вот вытираем и вот эти вот дорезаем. Все, у нас получилась очень-очень мелкая петрушка. Лук, он пожестче будет, и его резать будет намного удобней. Ну вот, в принципе, сколько здесь прошло времени, и я вот это все порезал. Очень-очень мелко. Я думаю, ножиком будет намного дольше. Так что, в принципе, друзья, данные ножницы отрабатывают свою стоимость полностью. Да и мыть их не составит труда. Прополоснули, если там что-то застряло, чем-то подковырнули, да и все. На кухне пригодится. И для хозяек девушек, и для парней, кто любит готовить. Так что все классно. Советую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Там всегда свежие новости. Всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники. Одежда и многое другое. Подписывайся. Ссылка в описании.